Вот в этом месте концерта я особенно остро сожалею о том, что это не я сочинил. Но если про эту песню еще можно как представить себе, что я бы мог ее сочинить? Мне кажется, если бы я знал итальянский язык, я бы прям вот точно так и сочинял бы. То вот про следующую, это точно. Ее, мне кажется, ее вообще Homo sapiens, человек разумный, сочинить просто так не может. Ему должно было что-то сверху надуть этим невероятным бразильским солнышком, что в середине прошлого, теперь уже прошлого уже 20 века, в Бразилии появился новый жанр. Жанр босса-новый. И теперь еще пи-пи-пи. Маленькая рекламная пауза. Вот, ребят, не пожалейте времени. Редкое очень событие. Событие, правда, редкое. Оно состоится 11 ноября. Друзьям скажите, потому что это случается сейчас сильно реже, чем раз в год. Раз в два года получается. Сейчас объясню, почему. 10 лет назад мы с Ирой Богушевской, имя которой здесь наверняка хорошо известно, решили перевести на русский язык некоторые из этих песен, песен этого жанра, жанра босса-новы, жанра, который был создан Антонио Карлосом Жобимом, его друзьями, поэтом Венициусом де Мораешем, Ньютоном Мендонсом, музыкантом Луисом Банфа, Стэном Гетцем и многими другими, Жоао Донато. Это все люди, которые перевернули сознание мира. И мы решили перевести это на русский язык, чтобы было понятно, про что они пели. И оказалось, что они были наши люди. Любовь? Да. С ума сойти, да? Но как? Но как? И каждый раз по-особенному. Первое, что бросилось в глаза, когда мы нашли португальские подстрочники, что песни переведены на английский, а вы все музыку все знаете, наверняка слышали по-английски. Переведены по-английски, но, мягко говоря, не точно. Просто так, на скорую руку. Ну, у меня, например, сразу возникает образ дровосека, когда я слышу «Tall and thin and young and lovely a girl from Ipanema goes walking». И что-то такое «тун-тун». Там же мелодия-то. И на каждую свой маленький сложок стоит, и все они зарифмованы, и по-португальски это какая-то волшебная вязь. Мы с Ирой уперлись рогом и сдвинули эту просто вот махину. Мы над первым вариантом перевода 14 песен мы работали, 11 песен мы сначала, мы работали год. Были отброшены кучи вариантов. Вот что получилось. Вот как это звучит по-русски. И 11 ноября в Центральном доме художника мы с Ириной Богушевской будем показывать эту программу, которая называется «Утро карнавала». И с прекраснейшими музыкантами мы будем играть. Это будет два отделения босса-новы на разных языках. В основном на русском. Представьте себе море, солнце, пляж. На пляже сидит Антонио Карлос Жобим. Ну, кафе. В кафе сидит Антонио Карлос Жобим. Кстати, самоучка. Знаете, как научился играть на пианино? Вот у него был дома инструмент. Он нажимал на клавишки разные. То, что ему нравилось, он запоминал. То, что не нравилось, забывал. И так потихонечку выработал какую-то свою гармоническую схему, которая просто потом у всех музыкантов всего мира сорвала крышу. И все стали так играть. Жобим сидит, смотрит вдаль, рядом с ним сидит Мораеш. Говорят, что так и было. Говорят, что так и было, что они каждый день видели то, что, про что я вам сейчас спою. Красотой в каждом жизни.
рисовал я. О, почему мы не вместе? Ах, зачем я несчастный, не там рядом с нею, когда океанского солнца яснее, над миром, как фея, восходит она, восходит она. Почему мы не вместе? А почему, словно дверь?